Всем здравствуйте, меня зовут Катерина Воронцова. В этом видео предлагаю вам вместе со мной посмотреть, полистать каталог номер 14, сделать определенные акценты, посмотреть, остановиться подробнее на новинках. Мы видим, что на сайте сегодня 24 сентября, день, когда я снимаю видео, на сайте выложен уже и следующий каталог, действующий с 15 октября. Сейчас действует у нас с 24 числа 14 каталог, и мы его давайте с вами полистаем. Посмотрим, что есть интересного, какие акции нам сейчас доступны. Так, открывается. Итак, что у нас есть интересного? Во-первых, у нас новая линейка пошаговая по уходу за кожей в линейке Эксперт. Первая у нас идет, то есть тут вот в начале расписана вся схема использования. Здесь у нас верхний слой, здесь поддержка баланса, средние слои и глубокие слои кожи. Предлагается на верхних и на средних слоях использовать весь курс. Вот эту линейку, мы ее сейчас тоже до нее дойдем. И на глубоких слоях кожи работать пошагово, начиная с первого этапа 28 дней длится, второй этап 28 дней и третий. Использовать косметику курса. Это у нас первый шаг. Тотальная перезагрузка. Здесь идет ночной крем и крем вокруг, дневной крем, омолаживающий крем вокруг век с пептидами и низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Конечно же, с нашим комплексом NovaFtem O2. Второй шаг у нас идет тоже, рассчитан он от 28 до 84 дней использования. Шаг называется эластичность. Здесь тоже омолаживающий крем для лица и крем для век. Следующее, третий шаг, активатор называется. Курс тоже длится от 28 до 56 дней. Здесь также трипептидный комплекс у нас есть, низкомолекулярная гиалуроновая кислота и активный комплекс Lexis, да, если я правильно прочитала. Это у нас третий шаг. Поэтапно, практически по месяцу, мы можем использовать и более данный шаг. Косметика рассчитана на возрастную категорию от 30 лет. Это не значит, что от 30 до 40, это значит, что от 30 лет и более. Очень часто, да, у нас люди видят, что от 30, значит, не моя категория. Мне нужно от 40, от 50, от 60 и так далее. Нет, неправда, да? У нас у 30 лет косметика, то же самое касается серии Platinum, и она может быть использована и женщиной в 60 лет, и женщиной в 40 лет, и женщиной в 30 лет. Так, у нас основной уход, который у нас идет через весь курс, да, и это у нас ночной крем, маска для лица, это сыворотка увлажняющая, увлажняющий гель, омолаживающий крем для шеи и декольте. Что у нас еще новенького появилось в каталоге? Здесь, если вы делали заказ по 13 каталогу, мы видим, вы можете использовать карточки «Твой бонус», о том, как их использовать, отдельные видео, информация в инфобоксе. И здесь же у нас есть возможность заказать с артикулами каталоги дополнительные. Это каталог распродажи Флоранж, каталог продуктов для здоровья Денис и Дом Фаберлик. А еще одна новинка, которую кто-то уже успел оценить, кто-то не успел, почему-то у нас пропадал ночной лосьон, но в обратной связи обещали, что он появится в ближайшее время, в ближайшей поставке. К сожалению, сейчас уже без акции, но вещь все равно очень интересная. Сама я его попробовала, мне понравилась и текстура, и как он работает. Уже после нескольких применений виден результат. Действует он, вызывает 4 действия, как здесь написано, обновляет эпидермис, восстанавливает работу микробиома кожи, разглаживает мелкие морщинки и поддерживает упругость и тонус кожи. Используется комплекс на ночь, в начале, после глубокого очищения. Используется на лосьон, он не очень
жидкий, он такой жидкий-жидкий гель, я бы сказала, и ночной крем. Не скажу, что впитывается очень быстро и легко, но он неприятных ощущений не вызывает, и дискомфорта я никакого не испытывала. Легкое-легкое пощипывание было от лосьона, но настолько легкое, что я не придала ему значения. Хотя написано, что неприятные ощущения он может вызывать. И еще несколько новинок у нас выпускается очищающий мусс для лица с энзимами. Им я уже тоже успела попользоваться, неделя использования. Уж не знаю, что дало больше результат, начиная он от комплекса ночной, либо комплекс с энзимами. Результат мне нравится, то есть кожа более гладкая, тональный крем ложится очень легко. И морщинки, ну, если они есть, они становятся менее заметными. В данном случае, в моем случае, поры расширенные тоже становятся менее заметными. Выпускается у нас программа ABC Peeling, долгожданная, мы ее очень ждали. Она у нас в новом формате, по сути, все то же самое. У нас идет крем с ахокислотами, у нас идет микропилинг энзимный и процедура микродермабразии как второй шаг. И у нас идет пептидный крем, да, с SPF-8, который защищает нашу кожу от солнечных лучей после использования химического пилинга, ну и восстанавливает кожу после вот такого легкого стресса. Как использовать программу, мы видим от 20 плюс, от 30 плюс, от 40 лет плюс, то есть здесь есть четко прописанная схема по использованию ABC-пилинга, и просто ее соблюдаем, можно поддерживать кожу в хорошем состоянии, хорошо ее очищать в течение всего зимнего периода, начиная с поздней осени. В принципе, уже сейчас, когда солнышко уже не такое активно, его можем использовать. Буду останавливаться на всем самом интересном, все, что смогу показать. По-прежнему у нас серия Platinum, немножечко новые развороты, и это радует для инновационного ухода Pralexir Garderica и Renovage. Хочется чаще, конечно, наблюдать какие-то перемены в каталоге, ну хотя бы не продуктов, а хотя бы оформления, да, с точки зрения оформления. Прошу обратить внимание на крем для лица Blur. Сейчас он идет с хорошей скидочкой, тоже идеально выравнивает рельеф кожи, используется как основа под макияж. Его можно наносить, использовать самостоятельно, либо использовать под тональный крем. Создает эффект фотошопа, когда буквально вот за короткий период времени можно как ластик стереть все морщинки мелкие, все несовершенства кожи, и текстура у него достаточно легкая. У нас сейчас со скидкой кислородный активатор 15 мл. В чем его преимущество и в чем его разница от кислородного бальзама? В том, что он содержит еще масло абиссинской горчицы, что очень хорошо в зимний период, поскольку он еще создает защитный барьер кожи, оздоравливая и препятствуя возникновению шелушений. В наборчиках у нас серия Axiology сейчас есть. Масочки за 239 рублей. Хорошо, что снова появились наборы, очень приятно покупать серии именно в наборах, потому что скидки там действительно хорошие. Буквально последний каталог у нас вербена летняя, у нас со следующего каталога вербена уже зимняя, мы знаем, что конкретно данная линейка ухода за кожей у нас сезонная, то есть дневной, ночной крем и крем для век, они меняются в зависимости от сезона. Вот это по акции сейчас идет за 199, летняя линейка. Уже в следующем, в 15-м каталоге, мы увидим вербену зимнюю. Вербена зимняя мне и по аромату, и по текстуре нравится очень. То есть идеальный, шикарный уход для зимнего времени года. По акции сейчас идет линейка Expert Pharma для кожи, склонной к акне, жирной, комбинированной. Здесь у нас активная маска для лица. Кстати, да, вот эти средства можно еще брать. И вообще, в принципе, все уходы за лицом сейчас по карточкам Твой Бонус. Если вы делали заказ в прошлом периоде, у вас есть карточка средства по уходу за кожей, то вы можете ею воспользоваться. Естественно, сравнивайте цены, потому что здесь и так уже есть скидки, да, бывает часто. И, возможно, скидка в каталоге бывает даже выгоднее, чем скидка по карточке. Здесь нужно именно сравнивать.
Новинки. Вот я их еще не приобретала, но, видимо, у нас такое сейчас красной нитью проходит, что именно ночью надо ухаживать за собой. У нас ночной крем для рук появляется. Так, комплексный уход. Аромат я пока не знаю. Написано, что с экстрактом хлопка и маслом черного да, чайного дерева. Ну, так получилось, что я его еще не заказала. Заказала сейчас и придет. Будем тестировать. И появился ночной крем для ног. Комплексный уход 5 в 1. Все у нас сейчас ночное. Линейка у нас есть с ахокислотами ночная. И крем для рук, для ног тоже у нас появился ночной. Так, у нас по акции на Прованс, да, сейчас идет Флёр де Прованс. Несколько средств. Здесь у нас давно известные уже акции, давно известные линейки. Витамания, Бьюти Кафе. Зубные пасты, всем уже полюбившиеся, в серебристой такой упаковочке. При покупке по каталогу на сумму 299 рублей сейчас идут по 79 рублей. Кто не успел купить в прошлом каталоге, не были по небывалой для них цены. По цене 69, те берите сейчас по 79. Я думаю, что дешевле уже не будет. И берем мы их не на первом шаге оформления заказа, а на втором, так как бонус за покупку у нас на втором шаге выбираются продукты. Силиконовых щеток на складе много, наконец-то, да, дождались мы. Фишка силиконовых щеток у нас в каталоге есть. У нас появились вот такие вопросики. Обращайте на них внимание, на них много полезной информации бывает. Вообще, в принципе, каталог у нас очень много рассказывает о продукте. Если просто почитать, обратить внимание, то очень много полезного вы можете из них извлечь. У нас останавливаюсь также всегда на прокладках Стори Дамур. Очень часто люди не знают, что там купить, добрать и так далее, просто не изучив достаточно каталог. Но вот я всегда добираю вот этой вот вещи, очень необходимой. Уникальные они пропадали у нас в каталоге. Не могла я их практически ничем заменить. Покупала Always, поняла, что не такие у нас и дорогие, оказывается, прокладки. Что при том качестве, которое дается, здесь цена у них очень приемлемая и рекомендую. Новая серия Ботаника. Краску я себе приобрела, буду пробовать. Здесь достаточно широкая линейка оттенков, разделена на светлые, натуральные, темные, махагоновые, золотистые, рыжие. И есть карта тонов, да, если есть желание приобрести. Краска достаточно бюджетная, 119 рублей. Она идет с аммиаком, но в то же время с ухаживающими ингредиентами. Достаточно стойкая, написано, суперстойкая. Проверим. И, к сожалению, нет у нас пока безаммиачных красок. Не знаю, куда они пропали. Будем ждать, что все-таки появится. Ну, вот, не знаю, три линейки ухода за волосами сейчас. Именно красок за волосами. И посмотрим, что будет. Любой концентрат ампульный 69 рублей. Появился еще и новый концентрат ампульный. Так, для активного питания волос. Их мы добавляем и в краску, и в маску, и в шампунь. Их можно добавлять, использовать как самостоятельное средство для ухода, например, на мокрые волосы наносить. То есть спектр применений их достаточно широк. В комплекте одна ампула. Вот у нас новые шампуни для глубокого питания волос именно кислотами. И у нас же появляется интересная массажная щетка для головы, которая, как написано, да, работает с проблемой с перхотью, если есть такая проблема, и стимулирует рост волос. Ну, может быть, кому-то просто приятно почесаться будет. Так, следующее у нас здесь все обычно. По 139 у нас есть акция шампуни. Да, не часто бывают. Ну, так, периодически бывают по 139, периодически по 199. Поэтому, если нравится линейка, берем сейчас, потому что на них акция. Вот еще одна линейка у нас салонного окрашивания. Здесь у нас есть и пелеринка, и набор для окрашивания с кистью. Вот взяла и проблем не знаю. Очень нравится эта штучка. Для ухода с гиалуроновой кислотой я эту серию себе взяла, я ее пробую, почувствовала пока что, волосы стали не то что более плотные, они стали более мягкие и послушные.
Пользуюсь недельку, может быть, полторы, пока до конца результат не поняла. Здесь у нас моя любимая серия Expert Pharma, такая нежная и приятная, с легкими одушками. Здесь, конечно же, рекомендую детские влажные салфетки, потому что аналоги в магазине стоят намного дороже. Здесь большая упаковочка, 50 штук, стоит 99 рублей. Плюс в том, что, ну вот, почему не 80, почему не 70, потому что мы знаем, что когда там остается штучек 20, просто они высыхают, или просто там изнашивается упаковочка сама, или просто туда попадает ненужная грязь, которая нежелательна. И аромат настолько нежный, настолько легкий, что, ну, в общем, ни в памперсах, ни в других дешевых марках такого нежного аромата я не встречала. Плюс они еще и с пантенолом, по-моему, да, с экстрактом ромашки, если я не ошибаюсь. Так, что еще интересного у нас в этом каталоге? Куда-то, к сожалению, пропали лаки. Да, мы их ждем. Я очень надеюсь, что у нас они снова появятся, пусть в обновленном виде. Нам они нужны. Мы без них не можем. Мы откопали на сайте какой-то последний, не за 99 даже, а за 119 рублей. И ждем, что появятся снова детские лаки на водной основе. По парфюму на вкус и цвет товарищей нет. Это всегда надо тестировать, это всегда надо проверять. Но отмечу просто, что сейчас выгодно приобретать именно парные ароматы. Мужской и женский аромат с 1299 рублей всего идет в Urban Legend, легенда городская. Новая туалетная вода Pacific, свеженький аромат. Очень похоже, по-моему, на Ван Девантюр, но я, в общем, не разбиралась в отдельных нотах. Может, меня кто-то упрекнуть в том, что я действительно не до конца узнала этот аромат. В принципе, он мне понравился, да, он свеженький, как Ван Девантюр, по мне. Что у нас тут еще? Хотела остановиться или пропустила, сейчас посмотрю. У нас появляется новый аромат мужской, он называется... Нет, я не пропустила, значит, он где-то впереди. У нас появится в 15-м каталоге новый аромат, он называется Safari Cruiser. И при покупке двух предметов с этого разворота, со страниц 136-137, аромат нам встает в подарок. Что здесь плюсом? Здесь можно взять, вот, ну, если вам не надо, да, два крупных предмета, можно взять какой-то один и добавить мыло, да, всего за 39 рублей, и аромат вам все равно встанет. Ну, вот эта линейка с этим ароматом нам тоже достаточно приглянулась, и мы ее частенько переобретаем. Так, у нас серия, вот, не знаю почему, но вот эта тушь, ну, как-то не прижилась у нас. У меня все, кто ее брал, оставались не очень довольны, хотя на нее сейчас самая лучшая цена в году, 60%, действительно хорошая, 249, наверное, самое низкое, что было. Ну, и любимая мною тушь, моделирующая главная роль, сама сейчас ею пользуюсь, она, к сожалению, в этот раз без акции, 399 рублей, но если надо, то, конечно, берите, потому что она хороша. У нас начинается вот декоративная косметика Skyline, здесь мы тоже посмотрим, что у нас губная помада стойки поцелуй всего за 179 рублей. 249 рублей ее была старая цена, и всего три цвета осталось, видимо, нам предложено на выбор. Возможно, снова снимают их с производства, может предложить что-то другое. Хорошая палета, тоже, смотрите, все пояснения есть, как пользоваться, все есть, абсолютно все рассказывает каталог. И палета хайлайтер румяна бронзан, 449 рублей. Ну, редко бывает дешевле, поэтому хорошая вещь, очень рекомендую. По акции по-прежнему маникюрный набор для французского маникюра, да, изящная классика. У нас при покупке двух действует желтый ценник, при покупке четного количества, да, я бы даже сказала. Если берете три, то один продукт станет не по желтой цене, два других станут по желтой. У нас снова богатый выбор кистей, новинки. Вот этой кистью я уже успела попользоваться. У нас была вот в этой старой линейке
кисть для тональной основы. Ну, вот я к ней тоже привыкла, но вот этой уж очень приятной, очень мягкая она. Кисть для растушевки карандаша я себе приобрела. Попробую, посмотрю. Раньше растушевывала вот этой штучкой, немножечко приплюснув кисточку. Сейчас вот у нас появилась специально для карандаша отдельная. Ну, буду пользоваться и той, посмотрим, какая больше понравится. Еще одна новинка, здесь я остановлюсь поподробнее. У нас появилась жидкая подводка для глаз Glam Line. Здесь я вас прошу обратить внимание, что артикулы перепутаны. Перепутана коричневая и вот это вот синее, перламутровое, по-моему, называется, перламутровое синее, перепутаны местами. Увеличить. Перепутаны местами, и, в общем, поменяйте артикулы, да, поймете, что 52-34 это коричневое, 52-33 это синее. Кончик твердый. Не такой мягкий, как в жидких подводках. Вот я привыкла к жидкой, и к твердой мне пришлось приноровиться заново. Но держится она очень хорошо, прорисовывает очень четко и красиво, поэтому осталась я подводкой довольна. Единственный объем у нее, по-моему, наверное, такой же, 6,5 мл. Ну, посмотрим, сравним потом. И сейчас по акции 60% идет полюбившаяся многим тушь Fly Lashes в розовенькой упаковочке. Не знаю, будет ли дешевле, но сейчас на нее выгодная цена. Обычно у нее цена 249 рублей в каталоге, сейчас 159. На палетку для бровей тоже очень хорошая. Я ее использую и для бровей, и для макияжа глаз. Прям люблю-люблю все оттенки. Смешиваю для себя два вот этих, использую этот как хайлайтер, этим, в принципе, подвожу, подводить можно кончик брови, да, и глаза. Сейчас на него скидка 40%, поэтому обратите внимание на эту именно палету. На корректоры Magic Drop у нас скидка 55%, их обычная цена 199 рублей, берите. Хороший корректор, мне нравится. Беру для себя слоновая кость 61-27. Тут надо скорее смотреть все-таки по своему оттенку кожи и тому, какую проблему вы хотите им решить. Какие у нас здесь акции? У нас на Less Vid акция сейчас минус 35%. А раньше были таблетки, которые сложно было жевать, вот как только они появились в первой партии. Сейчас они уже все нормально жуется, содержит пиколинат хрома, по-моему, и горцинию камбоджийскую, да, которые препятствуют появлению, да, желания поесть что-то из углеводов, тут уберу лишнее, и покушать сладенького. Следующее, смотрим, что у нас здесь есть интересного. В новой упаковке у нас Доброген Актив содержит коллаген, я его пью по утрам. Здесь написано, для чего полезен коллаген. Я его использую в те моменты, когда у меня какой-нибудь там приступ остеохондроза бывает. И в целом продукт очень полезный, пью по утрам. Так, новинки. По-моему, прошлых каталогов у нас были черника плюс, сейчас они идут по акции, Energy Boom. Здесь я так поняла, что в составе два активных компонента, и вот немножечко горьковато мне показался, я думаю, что я его приобрела, но буду употреблять запивая, не разжевывая, если это можно. Так, и вот эта штучка мне понравилась, черника плюс, содержит все, что нужно для зрение, для того, чтобы не глаза в течение дня не уставали. По вкусу кисленько, то есть вкус у них абсолютно нормальный. Вот у нас начинается серия от Юлии Высоцкой. Здесь не знаю, порекомендовать, наверное, могу многое, потому что качество этой линейки достаточно хорошее. Приобрела для себя органайзер, пока не эксплуатировала. Отзывы, возможно, позднее. Полотенца, не знаю, на складе, по-моему, ничего не осталось, но полотенца хорошие, кто не успел купить, вообще сожалею, потому что нам полотенца понравились. Здесь что у нас?
В этой серии появляются влажные салфетки для стекол, влажные салфетки для экранов и мониторов. Вот для экранов и мониторов я очень ждала, их, конечно же, взяла. Они постоянно нужны. А влажные салфетки для стекол и зеркал, в общем, не знаю, в какой степени они нужны, потому что у нас есть и была тряпочка, может быть, ее собираются убрать. Но эта тряпочка идеально справлялась со всеми проблемами со стеклами и зеркалами, отмывала идеально, окна мы ему мыли вообще без проблем. То есть, наверное, сейчас оставим для мытья окон, а вот так вот разово где-то стекло протереть, будем использовать влажные салфетки. Попользовалась я ими, действительно эффект есть, и не оставляют они разводов, очень легко убирают загрязнения с поверхности стеклянной и зеркальной. Порошки, конечно, то, что нужно покупать в Фаберлик, обязательно. Единственное, вот вчера буквально прошла конференция, и Алексей Геннадьевич Нечаев нас предупредил, что, оказывается, порошок у нас этот более воздушный, и в ту ложечку, которая мерная, которая идет, в комплекте влезает не 40 грамм, как там указано, а всего лишь 32 грамма. И поэтому, если вам нужен максимальный результат от использования порошка, используйте с горкой. И, конечно, нас скоро ожидает новая ложечка, которая будет вмещать как раз те необходимые 40 граммов. Жидкий кислородный до сих пор отсутствует на складе, не знаю, с чем это связано. Вот задержка на производстве, говорят, будем ждать. Точно так же ждем пока автошампунь. С восками ждем покрытие для стекол антидождь. Надеюсь, что они скоро появятся, потому что тестировать их не удалось. Но затестировали мы ароматизатор для автомобиля, до сих пор у нас висит. Еще немножечко пахнет, уже, так скажем, на второй неделе оставался легкий аромат, ненавязчивый, что мне нравится, потому что в первую неделю он действительно был навязчивый. Влажная салфетка для ухода за интерьером автомобиля. Я не знаю, вот хорошо стало. То есть мы, возможно, давно не протирали, но эффект тоже превзошел наши ожидания. Думали, простые салфетки, казалось, что очень чистенько стало и красиво. То есть панели все блестели. Тоже пока не все новинки для обуви у нас на складе появились. Скажу, что губка, обычная, как в магазине, но и цена у нее такая обычная. Вот это вот и вот это еще не протестировали, не попробовали, но приобрела. Выглядят они точно так же, как в принципе в магазинах продаются. Подходит она для всех цветов, по-моему, она универсальная, да. И два новых дезодорант для обуви и спрей защиты, пока на складе не появились, их приобрести мне не удалось. Здесь у нас коллекция белья, распродажа, наверное, да, что-то распродается. Количество ограничено у нас, вот маечки и трусики, надеюсь, что они не пропадут, качество у них хорошее, вискоза полная, по-моему, чистая, и мне они тоже понравились. Вот что нас порадовало, это появление у нас термобелья, у нас в двух оттенках идет оно, вернусь, это серый меланж и черный, серый меланж, черный для мужчины. Цена, мне кажется, в среднем по рынку приходится примерно так же. То есть качественное термобелье, оно столько и стоит. Колготки итальянские, классические колготки испробовала, надевала, пока никаких зацепок не было. Поношу, еще расскажу. Итальянские колготки, вот именно вот этом, с этого разворота, и там еще следующие, надеюсь, тоже будет, они отличаются тем, что они не образуют стрелок, специальное плетение на них не образует стрелок и не образует затяжек. Тоже только-только начали приобретать и посмотрим. Колготки у нас появились с компрессионным эффектом и колготки из микрофибры 150D, которые можно носить в теплое время суток года. А раньше было у нас вот только этот ассортимент, и как раз коллекция колготок у нас пополнилась вот новыми колготочками. Серия цветных колготок распродажа 299 рублей всего, да, мы помним, что в прошлом году они у нас были за 399. Новые цвета водолазок, голубая, зеленая и брусничная. Шоколад молочный и серый меланж. Это по сравнению с прошлым сезоном новинки. В новинках у нас опять новинки.
серия для активного отдыха, и эта серия у нас уже заявлено, что отшивается, в том числе термобелье, у нас в России на заводе в Ивановской области, город Фурманов, и вся коллекция идет у нас напрямую оттуда. Эта коллекция была в прошлом каталоге, присутствовала, из нее я взяла себе платье, покажу сейчас, если найду его. Вот это платье я в себе взяла, думала, что у меня рост 162, думала, что он мне будет ниже колена, как обычно с платьем фиберлик, но 42 размер оказался мне идеально по колено, единственное, что разрез, по-моему, он был прям еще глубже, поэтому платье действительно клевое, необычно, мне такого ничего не было еще. Ворот немножечко покалывает, потому что платье на люрексе. Внутри, однако, оно очень мягкое, приятное телу. Подклад, потому что обратная сторона приятная очень. И да, разрез придется немножечко ушить. Возможно, просто на производстве мне там что-то напутали и сделали вырез глубже, чем он изображен в каталоге. Распродажа старых коллекций совершенно по смешным каким-то ценам. Потому что если вам что-то понравится, берите в самом начале, потому что растащат, унесут, разберут со склада, все быстро исчезнет. Коллекция у нас базовая. Здесь, ну, не, казалось бы, скучные модели кому-то, да, покажутся, но тем не менее, база и классика, без, на ней все строится, без нее никак. Платьишко из кружева я себе заказала, ожидайте на канале, я вам покажу, как оно выглядит бордовое. Мужская одежда, курточку, да, с удовольствием уже носили, у нас были холода, кто смотрел видео на канале, показывал эту куртку, это обычная балоневая куртка, сзади, тем не менее, у нее она немножко удлиненная, и нам понравилось, что ее удобно носить и со спортивными штанами, и в пиджаком, такая она универсальная, классика, она всегда универсальна. Так, для одежды для мальчиков. Здесь и старые коллекции, и новые коллекции. Точно так же старые коллекции идут по смешным ценам, поэтому если вы рассчитываете что-то приобрести, лучше не задумывайтесь, берите, потому что потом просто не будет. Приобрели вот этот наборчик, очень довольны остались и качеством платьишка, и качеством колготок. Несмотря на то, что здесь вот набитый рисунок, на обратной стороне никаких путанных. Да, там есть вот как это должно быть на обратной стороне колготок, но нитки лишние не торчат, пальчики там у ребенка не запутаются. Поэтому качеством колготок, особенно детских, мы всегда довольны. Так, что у нас здесь? Здесь тоже распродажа коллекции. Берем ее, не стесняемся, очень быстро разбираем. Не разберете вы, разберет кто-нибудь другой. Были у нас на складе зонтики. Мы видели уже, как их разрисовывают. Прям замечательно, да, то, что ребенок сам может проявить творчество и разрисовать себе, нарисовать себе свой зонтик. А у нас акция на «Беру все, могу себе позволить», как всегда в конце каталога, все по очень-очень привлекательным ценам. Моноароматы, да, у нас были здесь, обращайте внимание, говорю, что в каталоге все написано. Парфюмерные рецепты есть в каталоге, а есть на сайте. Из того, что у нас здесь представлено, можно создать свой индивидуальный аромат, и скомпоновав просто несколько ароматов, тем более всего за 199 рублей. Так, что у нас здесь? Гели для душа по 79 рублей. Мыло, как всегда, без ума от смягчающего мыла с его очень вкусным клубничным ароматом. Как всегда, без каких-либо претензий к серии путешествия. Здесь очень вкусные ароматы, они гели парфюмированные, поэтому запах стойкий. В общем, не просто помыться, но еще и ощутить аромат приятный и испытать процедуру ароматерапии. Маски тканевые, оттенки помады новые за 129, не новые, конечно же, но не так они часто бывают в каталогах, если бывают, то часто бывают по акции, поэтому рекомендую обратить внимание, абсолютное увлажнение,
Серия бюджетная, тем не менее, питает, содержит масла специальные, ценные, и увлажняет кожу губ. По тушам часто спрашивают, поэтому отвечу сразу на этот вопрос. Вот если какая-то тушь в распродаже идет, то вопросик всегда стоит, какую тушь выбрать. Вот из тех тушей, которые здесь я вижу, я бы взяла Maxi Style. Это кисточка силиконовая. И взяла бы Express Volume. Здесь кисточка укороченная уже, вот эта вот Express Volume. Она маленькая, здесь кисточка немножечко побольше. То есть вот эти туши прошли проверку мной, и уже я знаю, что это такое. Вот, ну, единственное, что вот это нравится большему количеству людей, чем это. Хотя по качеству мне нравится и та, и та. Тени. Прошу обратить ваше внимание, жидкие тени для век, пигменты сейчас идут со скидкой за 129 рублей всего лишь. Рекомендую их использовать не как самостоятельное даже средство, как изображено на картинке, а как базу для теней, которые закрепляют у вас тени, и до вечера они у вас будут в прекрасном состоянии. То есть нанесли обычные тени на века, затем тонким-тонким слоем, не аппликатором, а даже пальчиками мы наносим оттенок, любой, то есть мы можем взять и розовый, и этот оттенок просто для того, чтобы закрепить тени, основные, чтобы они у вас держались прямо до вечера. И сверху мы уже наносим по всем правилам те 3-4 оттенка теней, которые используем. Там тени акцент, тени тень и так далее. И тени действительно у вас будут держаться целый день до вечера, ничего с ними не произойдет. Это я уже на себе проверила и остаюсь очень довольна этим эффектом. Что у нас на этот раз для новичков? Акция для новичков при заказе на 1499 рублей в цене каталога, то есть от этой суммы скидка 20% еще будет. Здесь можно получить в подарок новичку целый набор средств для макияжа. Превосходный просто, потому что, ну, где вам еще подарят? Ну, вот вы прошли в магазин, вы сделали покупку на 1500, вам дали и скидку 20%, да, как правило, вы этим уже довольны бываете, да еще и 3 подарка, ну, не бывает такого в магазинах, вы поймите, поэтому, почему так, потому что магазины закупают все это, они вкладываются в продукцию, им их надо, конечно же, отбить эту продукцию, и они продают гораздо дороже, не имеют возможности дарить вам дополнительные подарки. Поэтому магазин на земле – это магазин для тех, кто не умеет планировать свои покупки. А качественную продукцию можно купить заранее, запланировав свои основные покупки, выгодно сэкономить там, где вы сэкономили, вы заработали. Поэтому для новичков помада оттенок на выбор. Сатиновая помада «Сияние в цвете». Помада... тушь для ресниц, хорошая тушь с необычной кисточкой, но тем не менее она оказалась очень удобной. И рассыпчатая пудра, у нас их там тоже несколько, вы их тоже выберете для себя в подарок. Приходят они уже со следующим заказом, то есть не с первым, а со следующим. Когда вы уже сделаете, вы решаете сами, в течение 3 каталогов вам дается возможность выбрать этот подарок, который у вас будет находиться в личном кабинете. Я надеюсь, что этот обзор был вам полезен. До новых встреч! Ставьте палец вверх, если видео вам понравилось. Пока-пока!